Приехала в Риге, в район Золитуда. Вот я зашла в этот торговый центр, абсолютно ничего. И я здесь первый раз. Но пока я ехала сюда на такси, такси стоило 8,80 болт с вокзала железнодорожного. Мне встречались такие современные дома, ну, девятиэтажки только здесь. Такие частный сектор, и современные, и несовременные. Я приехала сюда погулять, просто посмотреть, потому что я ни разу здесь не была. Но вот есть и современные такие постройки, ну такие балкончики у них красивые, я могу сказать. Ну вот впереди что-то там, может еще какой-то торговый центр или я не знаю что, друзья. Ну кто из Риги, я думаю, расскажет, что здесь есть интересного. Ну, квартир здесь много, судя по домам. Знаете, сама не понимаю, почему я здесь оказалась. Вот такое бывает. У вас такое бывает, друзья? Поэтому только вам покажу, потому что сама здесь ничего я не знаю. Знаете, как бывает, ты находишься в таком шоковом состоянии и неизвестно, где оказываешься. Вот так и у меня случилось, потому что я была вот в галерея-центре в магазине «Пандора», и меня столь поразило хамство продавца, что, ну, я такое хамство, я даже не знаю, может, в 2003 году я встречала у уборщицы, гардеробщицы в Белоруссии, в клинике, где я делала операцию на глазах. Вот тоже. Ну, здесь, наверное, она превзошла за всю мою жизнь. Я не встречала, ну, такого хамства, которое со мной произошло. Я вот просто ехала в такси, вот села покататься, скажем, и доехала до вот Золитуда. Просто и всю дорогу я рассказывала вообще, в каком... Ой, куда тут машина едет? В каком я вообще... Ой, сколько здесь домов! В каком я в шоке, что неужели в наше время такое бывает? Просто я была очень много где в магазинах Пандора. Ну, я не имею в виду Латвию, а последняя была в Несебр. Но чтобы мне так хамили, причем я уже все купила, я понимаю, я бы пересмотрела целый магазин и ничего бы не купила. Я купила, причем сразу посмотрела и оплатила, ну я сказала да, я возвращаю назад деньги, что с таким хамством я ничего брать не буду. Ну пойдем гулять дальше.